Всем привет! Приготовим начинку для курицы. Нам потребуется тертый сыр. Берите любых сортов на ваш вкус. Можете смешать несколько. Если вы возьмете сыр с плесенью, то получится начинка немного островата. Также гранат. Зерна от целого граната, очищенные от пленок. Сюда добавляем соевый соус. Мой соус соленый. Вы смотрите по-вашему, если у вас он не соленый, то добавьте соли по вкусу. Тем, кто любит поострее, можете добавить сюда аджику или васаби. Хотите, добавьте чеснок, будет тоже неплохо. Я буду добавлять сладкий соус чили и черный молотый перец. Все хорошо перемешиваем. Для того, чтобы курица была вкусная как внутри, так и снаружи, мы ее приправим. Для этого потребуется соль. У меня я возьму все те же приправы, в принципе, которые и будут внутри. То есть соль, черный молотый перец и сладкий соус чили. Хорошо помассируем. Не забывайте ставить лайк и подписываться к нам на канал, чтобы не пропустить наши новые вкусные видео. Курица готовится в рукаве, в закрытом, без дырочек. Для этого я ее уже поместила в рукав. И теперь добавляем в нее начинку. Готовить мы ее будем ставить изначально в холодную духовку. И отсчитывать время мы будем с того момента, когда рукав надуется. Готовиться она будет примерно 40 минут при 160-180 градусах, зависит от вашей духовки. После того, как вы начинили курицу, нужно вот здесь кожицу защипить, для того, чтобы начинка не вывалилась. Аккуратно открываем наш рукав, потому как все это горячо, и там есть очень горячие пары, чтобы не обжечься. Если вы хотите, чтобы курочка еще подрумянилась, убираем ее на еще 10 минут на 200 градусов обратно в духовку. Вот такая замечательная, аппетитная курочка у нас получается с очень красивой корочкой. Спасибо, что сегодня смотрели это видео и готовили вместе со мной. Приятного аппетита!